Такая деятельность интернет-аукциона для Могилевского хосписа справа небывалая. Только у города лоту зараз 70. До того же до нас долучилась и вся краина. Я говорила только так. Боженька, пожалуйста, миллион бы собрать, чтобы на катетеры детям, вот как-то катетеры детям оплатить для хосписа. У выніку собрали 10. Покуль, кожная ставка допомагая облегчить життю одному из 20 маленьких пациентов хосписа. Дети все практически на трахеостомках, поэтому будут электроотсосы. Очень хотелось бы, чтобы хотя бы это были российского производства. Они мобильные, даже можно в машине ребенка передвигать. Если будет достойная сумма денег, тогда купим аппарат искусственной вентиляции легких. Принцип деяния, как и у реальном аукционе, перемог той, кто набыл вошло за самую высокую цену, якая переводится на доброчинный рахунок. Вядома, самые популярные лоты публичных персон. Люди, которые выставляют лоты, люди, которые заходят даже ради любопытства. Вот сначала ради любопытства, потом, наверное, появится потребность, желание участвовать в этом. Людей это трогает, а это самое главное. Зацікавить так званых покупников можно и бонусами. Так музыка Алексея Палаушени до приемной беседы за кубышком гарбаты пропонует и уласную кружелку. От своего лота вы можете додать квитки у кино, ти театр, фотосессию, ти бизнес-консультацию. Девушки стараются показать все свои прекрасные вот, части тела, да, и, естественно, народ весной реагирует. Это нормально, это приятно, но в любом случае, даже пускай они потешат свое самолюбие, но деньги в любом случае пойдут на благотворительность. Это тоже хорошо. Самый дорогий лот на MySense.by могилевчанка. За яе дают больше за 4 миллиона. Ставки реальные, и их дальнейший лёс башны по справоздашах. На сайте MySense.by вы можете найти и мой лот. У рамках акции по сбору сродку для Могилевского дитячего хосписа он будет активны на протягу тыдня. Давайте сделаем добрую справу разом. И не мае сенсу, за какую сумму вас набудут. Мае сенс только то, что вы реально сможете сделать для тех, кому потребна ваша поддержка, а не просто лайк под фото. Седа Каспарова, Александр Тарасов, Александр Дашук, новини Могилева.